Ребят, всем привет! Рада вас приветствовать на моем канале. И видео сегодня наша вечерняя рутина, правда, не совсем обычная. Is it alive? Oh, yes, it's alive! О, oh, God! Chad, be careful! Казалось бы, ну разве вечерняя рутина может быть интересной? И сегодня вашему вниманию я покажу наших два дня. Два простых вечера, наполненные разными событиями и эмоциями. Думаю, главное событие дня сегодняшнего вы уже увидели. Не совсем приятно, согласны? Чед родом из Аризоны, и для него любая живность вполне привычное дело, но не для меня. Let's go home! Быстро, быстро! No, Никита, let's go home! Катя, you too! Катя, быстро отошла от змеи оттуда. Все, папа вам показал и достаточно. Оставьте змею в покое. It's huge, Рома. Да, большая-большая. Да, огромная. Никита, careful. Ну, знаешь как, змея она, как говорится, и в Африке змея. Бог его знает, что у нее там на уме. Ядовитая она, не ядовитая. Я лично в них вообще не разбираюсь. Здесь я не думал, что будет. Ну, знаешь как. Лучше держаться подальше. Я вообще не понимаю, что он так прям близко подвел к змее, да? She just was moving her head. Она только что головой дергала. Чет! Катя, go! Чет, stop it, it's not funny. Катя, Никита, а ну быстро в дом. Чет, I can see us in some kind of like stupid home show video when they was teasing snake and after they was bite. It's not true. Чет считает очень важным научить детей обращаться с живностью такого рода, но я не согласна, я бы лучше к ним не приближалась вообще. Хотя согласна, что частично он может быть прав. Сначала птички, теперь змеи. No. I hope no, Катя. She is better not will be here. Oh God. We have to check. On the outside there is a black rat snake. It says they like cuckoo mamas. They like to curl up no. with them. Snuggle up next to him, they see you go. Chet, stop it. Oh my god. So, is it oh, yeah, dangerous one or no? One bite will kill you. Chet, I'm serious. What is this? I know if they will be so bad, you will not take it there. Look at her. Yeah. And they like to come in houses. And they like to sleep no, in beds. No, can you read about what they tell? Is it safe for us or no? Because she probably can have some babies here. Somewhere. Yeah, they're all underneath the bed. Chat. What? Can you read it? I don't want to scare you, cuckoo mama. Терпеть не могу эту живность, меня теперь аж прям всю трусит. Эти мужчины, честное слово, он стоит возле этой змеи. Я вон даже еще себя в порядок не привела. Кошмар какой-то. Is it she run away? Chat. She run away? Huh? It won't hurt you. It doesn't have any poison. It's not aggressive. Doesn't even have teeth. Right, well, baby teeth. Yeah.
God, yeah. Shit! God, very funny. Oh, God. Да? Мы решили сделать такой мексиканский десерт. Чет нам готовит мексиканский десерт в чашке, торт в чашке. Snake flavor. Snake flavor? Нет, это не вкус змеи. Да, вот. Пакетик высыпали, согласно инструкции, молока налили и затем поставили в микроволновку. Вот, а он опять идет снейка проверять. Да, с этими змейками. Вот, молоко налили, размешали. На, иди, пройди. Яме. Такая вот приправка. Такой шоколад. И все. У нас, кстати, есть еще один вариант. Вот. Но мне шоколадный понравился больше. Но вкуснее нашего тортика ничего нет. Чет, I'm seriously. You and the snake, it's something. I even start thinking you bring it from work or from, I don't know, you find it somewhere, just bring it here. You're crazy. I'm seriously. I know you are, you're crazy. Так. Кстати, отличный вариант, если, как говорят гости на пороге. What? Why are you laughing? What? You probably already sent your mother 37 pictures and a bunch of emails maybe about crazy Chad and the snake. I will. Tomorrow morning I will call my mom first time and will tell her about the snake and you. У Чеда, признаюсь честно, определенная любовь к такого рода живностям. У него в детстве даже были такого рода домашние питомцы. Зато вечер второго дня у нас был гораздо позитивней. Да? Не. Смотрите, нам посылка пришла. Да? Да, это от бабушки с дедушкой с Украины. Рома, do you want to see? It's for you too. На, Чед, здесь даже для тебя. Ой, it's for you too. Present. Для тебя тоже там подарки. Да? Нет, для Сихока там нет ничего. Так, открываем? Так. Давай, Катя, давай. Так. Так. Давайте смотреть, что здесь. Да? Так. Катя, смотри, это для тебя. Подожди, на, Катя, на. Так, Никитка, подожди, подожди, Никита, я сама достаю все аккуратно. Опс, Катя, это тоже для тебя. Может, это тогда для Никитки? А, размалевка. Нет, размалевка это... Никитка любит разукрашивать. Тебе вот, вот эта куколка там с одежками. На. Stop. Just take it. Да, видишь, там и стикер тоже. Так, это тут... Да, это тут для Кати. Бабушка передала одежду, да? Да, смотри. Пенал тоже. Так, это тут для меня. Рома, тут где-то твое должно быть. Сейчас. Никита, на, это для тебя. Так, подожди. Здесь конфеты внутри, это для папы. Папины любимые. На, пойди папе дай конфетки. Wait. Так. Okay. На, Чет. My mom, she not allowed to send it, so she just hide it. You can send like candy. Давай, and... Wow! Yep. Amazing! Yes, and even... I have to check and close, because she put inside pocket. Давай. Так. You see, Чет? More? No, give it to Чет more.
бы... Это мой костюм. Мама сэндвичу. Окей. Так. Где? It's for you. Yeah. Yeah. And this. It's for you. Look. Oh, oh. Look, you have same color, Nikita. Yeah. Okay. Now. Yeah, put it on you. Oh my God. Put it on yourself. Roma, it's for you. Wow, no, but Teddy wins. Mom. I hope it's not a little bit too small. Mama, this one. Oh, wait, can no. I see it? Sure. The new rubber, the new pattern. Да, символом Украины. Символ. Да, да. Так. Мам, что здесь? Подожди, Никитка, я посмотрю. Катя, на вот тебе платье. Смотри, какие. Катя. Here's the dance ball. Yeah. Oh, so let's take it outside. Pretty. So pretty, you like it? Uh-huh. No. Yeah. And more. Look at this one. A pretty flower dress. Да, you like it? What is that? Так, oh, подожди. Это для папы конфеты. Wow. Чай, yes, some more. Cool. Катя, на вот тебе еще тоже колготки бабушка еще прислала. Смотри. Колготки. Mm-hmm. Huh? What are those? It's for me. Эй, hey, опять купить купить! Это тоже. О май гад! Май гад! О май гад! Бабушка give us everything! Вау! Wow, одна больше, это для тебя. Это для тебя. Спасибо, папа. Да? Вот. Какой вот это? Одевай, какой. Cut me. Good. Cool. Okay. So, done. That's all private. Why was your mother sending all that stuff? Just because? Yeah, but she wanted it like May, even a little bit early, but I told her wait when we move, like when we know we're moving. Yeah. So it was like having a couple, like Mama, long time. Mama, open my toy kitty. Okay, fairy. I'm open your toy. Nikita, I have kitty fairy. Да, это от Ины. Это от моей подружки. Самый-самый лучший. Мама, да, тебе тоже это от Ины. Да, это тебе тоже от Ины. Думаю, что надо больше. Отличный размер. Да, и это еще мне что-то от Ины. Будем сейчас смотреть. Да? Да. Одевай, одевай ручку. Ручку, ручку. Подожди, ручку сюда. And papa. Бабушка, give me these. Wow. You look like a rich chick. Uh-huh. Pretty looks cool. Pretty. It does look pretty. I have a pretty ring. Да, и вот еще. Вечер сегодня был гораздо приятнее, как вы обратили внимание. Получать подарки всегда здорово. Ну а вам всем большое спасибо, кто присоединился ко мне в этом видео. И как всегда, увидимся с вами в моих следующих видео. Пока-пока, ребят. Спасибо, бабушка. Хорошо, да, убирай. Да, давай сейчас фотографию сделаем и отправим бабушке, да? Тихо, подожди.